Рад быть с вами еще раз и с вами начать первая глава в пять книжек Тора, глава Берейшит. Только в последние воскресенья мы с вами праздновали праздник Симхат Тора, завершающий всех праздников месяца Тишрей. В нем мы завершали годовой цикл чтения в Тора. И вот в этот шаббат мы снова начинаем новый годовой цикл чтения Тора. На самом деле я бы сказал, что год, новый год на самом деле начинается сейчас, в эти дни. Начать новый год — это значит начать нашей ежедневной жизни и доказать себя и доказать всем о том, что мы снова начали и чтобы мы по-настоящему внесли изменения в нашей жизни. Рош ха-Шана, святые дни, затем 10 дней раскаяния, затем 10, затем Йом-Кипур, затем подготовка к Суккот, 7 дней праздник Суккот, праздник Шмини Ацерет и праздник Симхат Тора. Мы еще в эти святые дни мы еще не опускались. И святость, праздничные дни к ежедневной жизни. Именно на этой неделе мы начали, фактически начали Новый год. И поэтому главное наше задание, безусловно, в эти дни, начать правильно этот год, с правильной энергией, с правильным движением, чтобы год, который начинается, действительно был успешный, великий, чтобы все у нас будет на самый высший уровень. И это действительно моя пожелание всем нам, всем вам, что дай Бог, что так у нас будет. Конечно, крепкого нам всем здоровья, быть осторожны, берегите себя, выполнять всех правил и указания, и Всевышний будет нам всем защищать. Может быть, поэтому, что именно сейчас начинается год, сказали наши святые рабеим. Это впервые сказал третий Лубавичский ребе, ребе Цемах Цедек, Менахем Мендел, который написал книгу Цемах Цедек, и его называют ребе Цемах Цедек. Он похоронен в городе Лубавич. И потом повторили этого те рабеим, которые были после него. И Лубавичский ребе там множество раз повторил эти слова. На идиш, я вам скажу, как это звучит на идиш. Азейви миштельце хавек шабес берейшис, азейвет гейн аган циор. Я уверен, что среди участники нашего урока есть и те, которые на идиш понимают. Но все равно я буду переводить. Как человек ставит себя и в этот шаббат, шаббат берейшит, шаббат, который в ней мы начинаем читать, книга Берейшит, глава Берейшит, шаббат, как давней мы начинаем снова годовой цикл чтения в Тора, так у нас будет весь год. Вот такие слова. Готовьтесь. Это особый шаббат. Необыкновенный шаббат. Шаббат, который имеет в себя огромнейший сил. Шаббат, который она ключевая. Шаббат, который имеет огромный ключ, и она открывает в себя все возможности на служение Всевышнему, успешное служение Всевышнему по всему году. А я хочу задать вопрос, почему? Что так важно в этом шаббат, что именно они сказали, такие святые наши рабеим, такие великие слова? Они это не говорили, а другие шаббаты. Есть много очень главы в Тора, где там мы читаем самые основные вещи. Например, первый шаббат, который мы читаем, Авраам Авину, первый еврей. Или глава Итро, 10 заповедей дарования Тора. Или глава Бешалах, исход из Египет. Там мы не слышим такие слова. Но на этот шаббат, шаббат Берейшит, нам говорят, этот шаббат решающий шаббат. Как мы поставим себя в этот шаббат, как правильно мы будем
готовиться к этот шаббат с материальной точки зрения и духовной точки зрения, как мы будем молиться в этот шаббат, как мы будем учить Тора в этот шаббат, как мы будем провести в этот шаббат из нашей семьи прекрасный шаббатных трапез, с история хасидской, из Диврей Тора, так у нас будет весь год. Почему? На самом деле, Лубавичский Ребе в первый том в книге Лекутей Сихот составляет 39 томов. В первый том уже в книге Лекутей Сихот Ребе затрагивает этот вопрос, и Ребе говорит очень основной интересной вещь. Что написано в главе Берейшит? О творении мира. Берейшит бара Элоким эт ха-шамаим ваэт ха-арец. Мы в этой главе читаем, как творил Бог, Бог творил небо и земле, и все, что вокруг нас, это творение Всевышнего. Более глубже она значит, говорит Рамбан, Рабину Моше бен Нахман. Слово «бара», слово «творение» символизирует, как выглядело это творение. Есть два вида дела. Есть «еш» ми «еш». Человек может взять какой-то материал, серебро, кусок серебро, и обрабатывает это серебро, и у него получится семисвечник, или бокал на шаббат, или шаббатный подсвечник, или другие вещи. Человек может взять просто кусок дерева, обрабатывает его, и от него получится какой-то вид мебель. Это не настоящее творение. Материал уже был. Просто поменяли формат этого материала. Творение мира – это совсем другая вещь. Это настоящее творение. Это называется «еш меаин». Ничего не было. И от этого ничего, которое не было, от этого перезашел весь мир. Что это значит? Альтер Ребе, Раби Шнир Залмен из Ляди, в своем известной святой книге Таня, на второй час Таня, Шаар ха-Ихуд ва-Эмуна, объясняет такой вещь. Давид Амелер говорит в Таилим, «Леолам ха-Шем дварха ницав ба-шамай». Что говорит царь Давид? Твои слова, Всевышний, слова Всевышнего вечно находятся в небес. Что он имел в виду? Что мы читаем в этой главе? Мы читаем о 10 высказываний, через которого Всевышний творил мир. Всевышний не взял инструмент, чтобы творить мир. И сказал Бог, да будет свет, и было свет. И было вечер, и было утром, день один. Это были слова Всевышнего, 10 высказываний, 10 слов Всевышнего, 10 маамарот, которые в результат эти слова появился весь мир. Но поскольку мир был построен еш меаин, поскольку мир был построен от ничего, он не имеет настоящей основы на его существование. Он не имеет какой-то фундамент, который его держит. Единственная вещь, которая держит мир, это слова Всевышнего, это высказывание Всевышнего, что да будет свет, и что да будет небо, и да будет земля. Если бы не будет эти слова Всевышнего, которые они есть в Тора, в нашей главе, глава Берешит, мир перестанет существовать. Он потеряет свои права на существование. Получается, кто благодаря чего существует мир? Благодаря слова Всевышнего, которую мы их читаем в Тора глава Берешит. И вот это является основа служения Всевышнего по всему году. Какая всегда наша проблема? Нам кажется, когда мы уже принимаем на себя хорошее решение, я уверен, что сейчас после праздников Тишрей, после Рош ха-Шана, после Йом-Кипур, тем более после Симхат Тора, когда мы танцевали истории, и попросили у Всевышнего хороших благословений на весь год, мы все переполнены, наши сердца переполнены из хороших решений,
каждый от нас уверен, что Новый год будет по-другому, что в этом году мы будем уделять больше внимания нашей семье, что в этом году не будет никаких споров внутри наших семей, что в этом году у нас будут прекрасные отношения с нашими детьми, с наших родителями и, конечно, с нашей женой. И мы все уверены, что с Божьей помощью в этом году мы никогда не будем пропустить молитву в шаббат в синагоге, и мы постоянно будем участвовать на уроке Тора, и мы постоянно будем делать добрых дел. Но вы знаете, жизнь начинается, и что-то там не получается. Почему? Нам кажется, что вот обстоятельства, мир, который нас окружает, мешает нас. Тут мы обязаны делать этого, там мы обязаны делать этого, там не сходится с работа, с погода, не знаю с чего. Нам кажется, что мир, который нас окружает, мешает нас реализовать наши хорошие решения и по-настоящему служить Всевышнему на самый высший уровень. Приходит эта глава Берешит, основная глава в Тора, и говорит нам: мир, который весь прав на его существование, он получает от этой главы, от этих 10 высказываний в Тора, он мешает вас служить Всевышнему, его Создатель. Нет, друзья, не может быть, дорогие мои. Такого не может быть. Мир, который нас окружает, наоборот, он поддерживает. Он поддерживает наше служение, служение Бога. Он поддерживает нас и в наших хороших решениях. Если нам кажется, что что-то не так, это наше плохое начало. Это тот змея, который уговорил Хава и Адам нарушать первые нарушения в истории человека, он находится тоже в наших сердцах. Мир, который нас окружает, он может только поддержать наши хорошие действия. Он может только толкать нас к делу и точно не мешает нас. Где мы возьмем это понимание? Это и глава Берешит, книга Берешит, Шаббат Берешит. И поэтому сказали наши рабеим, и наш ребе всегда повторил этого: как мы поставим себя в этот Шаббат, Шаббат Берешит, так именно у нас пойдет весь год. Когда в этот Шаббат Берешит мы все будем стараться молиться хорошо и приготовить шикарных шаббатных трапезов на пятнице вечером и шаббат днем. И когда мы все будем стараться в этой шаббат посетить синагоги и послушать чтение Тора, и послушать урок раввина, и рассказать нашей семье диврей Тора, несмотря что хочется нам отдохнуть, хочется нам другой вещи делать, но мы объясняем себя, который мир, который нас окружает, это творение Всевышнего. И в этом шаббат мы об этом читаем. Он толкает нас к служению Всевышнему. И этот шаббат даст нам понимание и сила на весь будущий год, на все шаббаты в этом году, что они все были счастливы, что они все были переполнены радостью, что они все будут переполнены старанием наше их делать на самый высший уровень. И как человек ставит себя в этот шаббат, так у него пойдет весь будущий год. Именно исходя из этой понимания, мы начинаем, как мы говорили, сейчас год начинается на самом деле. И мы начинаем этот год, исходя из какой понимания? Именно с такая понимания. И вот, исходя из такая понимания, мы открываем нашу... Снова мы открываем Тора в добрый и счастливый час. И снова мы начинаем читать и учить еженедельные глава в Тора, годовой цикл чтения Тора. И в этот шаббат, как мы уже знаем, глава Берешит. И поскольку эта глава такая общая, такая основная, я хочу затрагивать одна тема в нашей главе и не относиться к детали, но к общий урок, который это учит нас. Поскольку идея этой главы, параллельно к тому, что надо ее учить подробно,
Главная идея этой главы – быть главный толчок, как правильно служить Всевышнему в течение всего года. И поэтому, позвольте мне, мы сегодня поговорим о одной теме в нашей главе, которая является тоже основная, которая является тоже такая, которая поможет нам потом правильно служить Всевышнему в течение всего года. Но до того хочу обратить ваше внимание на интересную вещь. Как надо учить Тора, как надо относиться к Тора, к изучению Тора. И вот на этой неделе, особой неделе, в воскресенье, в праздник Симхат Тора, мы завершали Тора. Мы читали последние слова, и в глава «Везот Абраха», книга «Дварим», и завершали годовой цикл предыдущий год чтения Тора. Как завершается Тора? Ашер аса Моше лейней кол Исраэль, который делал Моше, который творил, который сделал Моше в глазах всех сынов Израиля. Какая последняя буква? Буква Ламед, буква Л, последняя буква Ламед. И сразу сегодня, на этот шаббат, мы начинаем снова. Как начинается наша Тора? Как начинается Тора? Берешит, буква Бет. Если мы соединяем буква Ламед и буква Бет, какая слова у нас получается на иврит? Правильно. Лев. Лев – сердце. Это для нас важный знак. Мы должны, правда, учить Тора, понимает. Стараться глубоко учить Тора. Глубоко понимает то, что написано в Тора. Но не менее важно вложить сердце в изучение Тора. Чтобы наше изучение Тора было эмоциональное. Переполнена любовь к Тора. Когда мы будем учить Тора, исходя из огромной любовь к Тора, это будет другое учение Тора. И это будет другой уровень исполнения заповедей Тора. Поскольку он будет переполнен любовью, когда человек что-то делает, исходя из радости, исходя из любовь, это другой уровень дела. Когда человек что-то делает только исходя из того, что он понимает, что так надо делать, но он не тянется к этому делу, это, к сожалению, не очень идеальный уровень дела. Давайте тогда затрагиваем один вопрос. Это не еще один вопрос, это самый, я думаю, главный вопрос в Торе. Какой, по-вашему, самая загадочная история в Торе? Самая непонятная история в Торе? Большинство мудрецы, большинство комментаторы Тора считают, что главное, что самая загадочная история в Тора, это история из дерева знания. История из хет эц адат, грех, который был связан из дерева знания. Это очень загадочная история в Тора, то, что здесь происходит. Даже много из мудрецы, которые писали комментарии в Тора, как Рамбан, например, они об этом ничего не писали. Эта история вызывает больше вопросов, чем ответы. Это очень глубокая вещь, каббалистическая вещь. Но вместе с тем остается загадочная история. Что там было? Всевышний знает Адам и Хава в Эдемском саду, в Ган-Эден. И он им говорит, от всех видов фрукты, которые растут здесь, там тысячи видов дерева, которые растут здесь, от всех видов фрукты, которые здесь есть, вы можете получать удовольствие. Кушайте на здоровье. Сделайте себе разные деликатесы, самые экзотические фрукты, которые только существуют. И в мир можете себя взять и кушать. Только одна маленькая просьба. Это дерево, как Бог его называл дерево знания, фрукты, которые на этой дерево растут, не трогайте, пожалуйста. Там ничего не делайте. И что случилось? Несмотря за то, что это прямое указание Всевышнему, несмотря за то, что Всевышний не запретил и сказал им голодать, он всего лишь сказал, все, что тут есть, кушайте. Это не кушайте.
Что там было? Пришла змея, которая символизирует Ханиха Роша и начало. Хитрая змея. К Хаву, и сказала Хава. Хава, это правда, что Бог запретил вам есть все? Она сказала, нет. Бог нам разрешал все этого есть, запретил нам есть только один вид фруктов из одного вида дерева. А он, ну Хава хотела показать, как действительно все запрещено с этой дерева. Она добавила, она сказала, что запретил нам не только не есть, даже не трогать, не прикасаться, не прикоснуться к этих фруктам, к этой дереву. Змей, он толкал Хава к этой дереву, и он сказал, смотри, как что ничего не случилось, ты не умерла сейчас, когда трогала это дерево. Также ничего не будет, когда вы будете его есть. Это просто в этой дереве, то, что есть эти фрукты, он получает вкус между добра и зла. И это Бог не хочет, что вы не будете как Богом. Хава побоялась есть одна. Она позвала Адам. И вместе они поели этот фрукт. И в результат были наказаны. Это действительно, это была секунда. Этот минут, эта секунда, когда они нарушали единственная просьба Всевышний, которую он сам спросил у них, эта минута, эта секунда поменяла уже вся история. Ничего уже не было, как было раньше. И в результате этого появилась смерть среди людей. Если раньше люди должны были жить вечно, уже появилась смерть в результате этого греха. Всевышний сказал, наказал Хава о том, что рождение детей будет непростая. Наказал человека о том, что он будет трудиться, чтобы зарабатывать свой кусок хлеба. И все наши жизни стали такие непростые, как они есть. Все в результате того, что Адам и Хава не могли выдержать немножко и выполнять то, что Бог от них ожидал. Это непонятно. Как они не могли этого делать? Как они не могли этого делать? Мы же знаем, Адам и Хава, они соблюдали очень высокий уровень святости. Это же творение Всевышнего. Тора рассказывает, как Всевышний взял песок из земли, и от этого песка он создал человека, и потом внес в нем душа, и потом вот этого человека он сделал, супруга, он сделал Хава. То есть и Адам, и Хава, это была личная, ручная творение Всевышнего. Мы можем себе представить, какой духовный уровень, до какой духовный уровень они имели, они содержали, какой высокий духовный уровень. Есть интересная история в Талмуде. В Талмуде, в том Баба Батра, Талмуд рассказывает нам историю, у один из мудрецов Талмуд звали его Раби Беноо, Раби Бена. Он был очень святой человек, пророк, святой дух. Он взял на себя большая митцва, он ходил в Израиль, места, где мы знали, где похоронены святые люди. И он обнаружил точное место похоронения, чтобы огородить это место, чтобы люди знали, что здесь нельзя ходить, что это святое место и так далее. Талмуд рассказывает о его работе, которую он провел в Хеврон, где? В пещере Махпейла. Кто похоронен в пещере Махпейла? Адам и Хава, Авраам и Сара, Ицхак и Ривка, и Яков и Лея. Рассказывает Талмуд так. Он зашел в пещера, где лежит Авраам и Сара, где Ицхак и Ривка, где Яков и Лея. Он зашел в эту пещера, и он увидел их, את הסבתי לודי, אני וצ'נה סחרן, их тело сохраняется. Он видел их полное тело, как она сохранена, в эту место. Когда он вышел от пещера Яков, он услышал голос из небес. Сказали его, ты увидел Яков, что ты знал,
что лицо Яков похоже на лицо Адам. Там, в пещера Адам и Хава, не заходи, туда нельзя посмотреть. То есть святость, которая там, слишком высокая, и поэтому запретили ему туда войти. Получается интересная вещь. Это уже было уже после грех, который они грешили и поели из фрукт, который на дереве знания. И несмотря на то, что это уже было после грех, уровень святости Адам и Хава была на самый высший уровень. Представьте себе тогда уровень святости Адам и Хава до этой нарушения. На какой высокий уровень они находились тогда? Мы можем себе только представить. Но если мы этого представляем себя, наш вопрос становится на гораздо сильнее. Как тогда Адам не мог выполнять, остановить себя, контролировать свои желания и свои эмоции и выполнять просьбу, которую он услышал от Всевышнего? Самая удивительная вещь в том, что мы знаем, что Бог не запретил им вечно есть фрукты с этой дерева. Раби Шабтай Коэн, который коротко его называет Шах, он написал комментарий на весь Шулхан Арух. Он из Медраш изучает такой вещь, что это всегда был запрет распространяться всего ли на 3 часа. Всего ли на 3 часа, это была пятница, в седьмой час от рассвета. 3 часа всего ли после творения Адам, и в седьмой час. И Всевышний хотел, чтобы они выдержали этот запрет до начала Шаббата. Он дал им всего лишь 3 часа задержка. Если бы они ждали до начала Шаббата и выполняли приказ Всевышнего, они бы могли в этом Шаббат наслаждаться на фрукты, которые растут на дерево знания, а мы бы с вами наслаждались всю жизнь, на долгой и вечной жизни, совсем другие жизни, чем мы их знаем по сегодняшний день. Поэтому Медраш связывает эти 3 часа, есть и в Тора запрет, и в книге Ваикра, глава Кдушим, называется Орла. О том, что когда мы сажаем дерево, которое дает фрукты, первые 3 года нам нельзя есть от этих фруктов. Это называется Орла. Эти святые фрукты. А только с 4-й год и дальше мы можем уже начать кушать этих фруктов. 4-й год надо возить в Иерушалайм, а потом уже можно есть. Объясняет Медраш, что почему именно 3 года? Чтобы исправить эти 3 часа, Адам ему сказали, не кушай этот фрукт 3 часа. И Адам и Хава не выдержали, они кушали этот фрукт. Поэтому мы должны каждый фрукт, каждое дерево, которое мы сажаем, первые 3 года мы берем на себя этой запретом и не кушаем эти фрукты 3 года, чтобы исправить ошибку Адам в эти 3 часа, которые он не выполнил. В другой книге написано, в книге Бен Иш Хай, написано то, что мы делаем в Шаббат, как заходит Шаббат, мы делаем кидуш на вино и на хлеб. Объясняет Медраш почему? Именно на вино и на хлеб. И мы знаем, что кидуш мы делаем сначала бокал вино, а потом у нас настелят вехалы. Человек, который не может делать вино, или у него нет вино, он может читать текст кидуш и на вехалы тоже. Почему? Говорит интересная вещь. В Талмуд есть спор. Что это было? Какой фрукт это было, это дерево знания? Есть мнение, что это было виноград, есть мнение, что это было пшеница. Получается, что возможно, что Адам ел виноград, который запретили его есть, возможно, что он ел пшеница, которую запретили его есть. Когда наступает Шаббат, это сразу после греха Адам. Вот накануне Шаббат это как раз время, когда Адам и Хава грешили. И когда заходит Шаббат, мы должны исправить их грех, их ошибка. Поэтому мы делаем в Шаббат кидуш на вино и на пшеница, чтобы исправить грех Адам, который произошел в том, что он ел вино, он ел виноград или пшеница, которую Бог его запретил. Мы возвращаемся к вопросу. Такой святой человек, святость, которую мы не можем себе представить, не мог подождать 3 часа.
тем более он услышал сам слова Всевышнего. Вот мы с вами. Мы, к сожалению, никогда не слышали голос Всевышнего. Мы все стараемся исполнять заповеди Тора и запреты Тора. Почему? Поскольку так написано в Тора. Мы открываем Шулхан Арух, и мы открываем Тора, и мы знаем, что можно, что нельзя. И мы стараемся жить на основании того, что написано в Тора. Представьте себе, если бы мы услышали личные просьбы Бога, Всевышнего лично обращается к нам и нам говорит, пожалуйста, это кушайте, это не кушайте. Нашел бы хотя бы один человек, который не мог этого выдержать? Вряд ли. А тут Адам, при его огромной святости, он, к сожалению, не выдержал этот запрет, который Бог ему запретил. Как мы можем этого объяснить? И в третий том в Ликутей Сихот есть тоже беседы Ребе по этой теме. И Ребе говорит такой правил. Когда человек находится в состоянии, что ему очень трудно выполнять просьбы и приказ Всевышнего заповедей Тора, это когда этот момент является самым важным для него. Плохое начало, Ецер Хара, змея, которая находится в сердце каждого от нас, это хитрая змея, которая пытается уговорить нас нарушать законы Тора. Он знает, что более важно, что менее важно. Он знает о том, что для этого человека сейчас самый ключевой решающий момент это действительно соблюдать и выполнять то, что Бог ему сказал или запретил. И поэтому они вкладывают максимум усилий, чтобы победить в это направление. Знаете, есть такие войны, которые они вошли в историю. Например, там Сталинград, Калининград, или это как называется. Тогда знали, что если этот город будет падать, мы проигрываем войну. И когда страна знает, что на это место, если не дай Бог он падает, мы можем проиграть войну, вкладывается максимум усилий. Змея, плохая начало, увидела в этой, и в этом запрет есть из дерева знания, главная война против святости, и главная война против первый человек, против Адам, и она поставила себя в целую главную вещь. Адам должен нарушать этот приказ. И поэтому Адам не выдержал такое нападение со стороны своей эмоции, такое нападение со стороны своей плохой начала Ецера Ра. Какая ошибка была у Адама? Адам не знал этой правил. Адам не знал, что когда тебе трудно, значит, это важно. Адам подумал себе, если это так трудно, ладно, сдаемся. Те вещи, которые не так трудно для меня исполнять, я обязательно буду делать. Но там, где я чувствую необыкновенный труд, там, где я чувствую, что от меня требуется огромная сила, чтобы сдержать себя, и не нарушает приказ Тора, значит, этот вещь самый важный для меня, и именно здесь я должен собрать мои максимальные силы, чтобы этого не нарушать. Это не знал Адам, и поэтому он сдался. Но мы с вами учим эту историю, которая была с Адамом. Как проиграл Адам, когда он сдался самый тяжелый влияние, самых тяжелых толкований со стороны плохого начала. А мы с вами знаем, что когда происходит такая вещь,
Это для нас знак о том, что мы здесь должны вкладывать максимум сил, чтобы этого не будет. Смотрите, такая интересная вещь. Каждый человек, он имеет свою личность. Даже близнецы, даже двойняшки, они, можно сказать, что в 90% они похожи друг к другу, но они тоже отличаются. Не бывает два человека, которые они одинаковые, аналогичны друг другу. Почему не бывает? Поскольку каждый от нас, он является Адам. Каждый мужчина, он Адам, и каждая женщина, она Хава. И как Адам, это было личное творение Всевышнего, перед которого Всевышний ставил свои конкретные задания. И как то же самое, каждый мужчина, это личное творение Всевышнего, перед которым ставляется конкретное индивидуальное задание. И каждая женщина, это Хава, которая является личное творение Всевышнего, перед которым ставляется личное индивидуальное задание на исполнение. А тут приходит Ецер Хара, тут появляется наше плохое начало. Он знает, что для каждого от нас является самой важной вещью. Он знает именно, что ожидает Всевышнего от нас больше, и какие пункты, какие направления ожидается от нас больше, чем все остальные детали. И там он вложит максимальные свои силы, чтобы уговорить нас, чтобы ослаблять нас, чтобы не будем этого делать. Но мы после того, что мы учили эту историю из Адама и Хава, мы уже умные. Мы знаем, нет-нет. Если нам так трудно обходится исполнение этой заповеди, или если нам трудно так обходится воздерживает себя от этого запрета, это для нас знак, что это для нас самый важный решающий вещь. И поэтому мы знаем, мы ни в коем случае не сдадимся. Мы по-любому победим. В Хасидут написано так, что когда мы чувствуем какую-то вещь, какой-то запрет Тора, который очень нам трудно сдержаться и не нарушать его. Когда мы чувствуем, что нам очень трудно исполнять одна заповедь, это как внутренний голос, это внутренняя интуиция, которая рассказывает нам, ради чего мы существуем в этот мир. Что мы существуем здесь именно ради того, чтобы исполнять этой заповеди Тора или не нарушать этот запрет Тора. Хасидут говорит нам, послушай этот голос. Этот вещь, которую ты чувствуешь, что ты не можешь испытывать особый успех и в служении Всевышнему, это знак, что именно там твой подъем. Это знак о том, что именно там ты должен вкладывать максимум силы, чтобы поднять себя выше. Был один хасид, известный хасид и посланник Ребе, в город Хайфа, в Израиль, звали его Рав Рувен Дунин. Он был известный очень хасид, настоящий хасид. Он когда-то сказал на фабренге, на хасидской фабренге, он сказал своих ученики такие слова. Жизнь это как велосипед. Когда нам трудно кататься на велосипед, это знак о том, что мы на подъеме. Когда легко кататься на велосипед, тогда мы в спуск. Когда нам трудно кататься на велосипед, это знак о том, что мы сейчас на подъеме. А подниматься выше трудно. В наше служение Всевышнему тоже мы все время находимся на подъеме. Еще одно задание исполнять, еще одна митцва исполнять. Воздержаться из еще одного запрета Тора. Это непростые задания. Но тем труднее нам исполнять что-то, это для нас знак, что этот вещь может быть для нас огромный подъем. И может быть поэтому мы испытываем такие трудности и в исполнении этой заповеди.
И вот поэтому, друзья, на это надо обратить внимание. Есть интересное письмо Лубавичской Ребе в пятый том в Игрот Кодеш. Книга Игрот Кодеш составляет около 40 томов. В пятый том в Игрот Кодеш есть письмо, кстати, на очень актуальную тему. Тема Шломбайт, мир, семья. Была одна пара, которая, к сожалению, они старались, чтобы дома был мир, но вместе с тем очень часто были конфликты, споры, сложности и несладкая жизнь. И они об этом писали Ребе. И, по-моему, делились с Ребе их проблемы. В письмо Ребе пишет муж, который рассказал Ребе о проблеме, которая у него есть в семье. Я постараюсь переводить недословно тему. Ребе пишет ему так. Я уже написал тебе один раз, что именно в этом ты должен вложить максимум усилий. И Ребе говорит ему именно эту идею. Если я бы не увидел, как трудно обходится шломбайт и вашу семью, я бы не сказал, что это самое главное задание ваше, ты, твоя задание и задание твоя жена. Но поскольку я вижу, как трудно идет у вас, как трудно вам создать мир в семье, как трудно вам создать понимание в семье и избавиться от споры, избавиться от конфликта, это для меня знак, что это главное ваше задание в жизни. И говорит Ребе, как пишет известный каббалист Аризаль Раби Ицхак Лурия, что иногда наши души находятся в этот мир уже на второй или на третий раз. А почему они повторяют, почему они проходят сюда, еще раз рождаются в нашей теле? Чтобы исправить что-то, которое они неправильно делали в предыдущей жизни. И возможно, и в этой теме шалом байт, что-то было не так в предыдущей жизни, пишет ему Ребе, поэтому ваша душа и душа вашей супруга снова спустилась в этот мир, и поэтому вам так трудно обходится это задание, но главное, что вы будете, это для вас должен быть знак, вы должны победить на эту войну. Вы должны, несмотря на все сложности, создать мир в вашей семье. И возможно, в это вы исправляете весь цель нахождения вашей души снова в материальной жизни в этот мир. Есть известные слова, что Мордехай ха-Иуди сказал Эстер, когда надо было идти к Ахашверош попросить у него милосердия за народ Израиль, Эстер не хотела. Мечтаем в Мегила спор. Эстер не хотела идти к Ахашверош. Во-первых, она побоялась, что он убьет ее. Он уже не позвал ее к себе 30 дней. И она сказала, у нас такие правила, если он не зовет больше, чем 30 дней, нельзя идти. Это может быть смертная казнь моментально. И кроме того, Талмуд нам рассказывает, что у нее были духовные причины, почему она не хотела идти. А Мордехай не был согласен. Мордехай ее ругает. Мордехай говорит, кто знает, возможно, ради этой минуты, возможно, ради этот момент, ты вообще пришла сюда быть царица. Спрашивает Лубавичский Ребе большой вопрос, что значит, кто знает? Он же цадик, он же глава поколения, он же Моше Рабейну в своем поколении. Он говорит, кто знает, он должен был сказать, я знаю, как цадик. Что главное, твоя задание, это сейчас идти к Ахашверош. Тогда он бы ее уговорил. Но он говорит, нет, кто знает. А как тогда он хочет ее уговорить, если он говорит ее, кто знает? Говорит Ребе интересная вещь. Говорит Ребе Мордехай, говорит ее так. Кто знает, он ей говорит, кто может объяснить тебе этот секрет? О том, что если ты оказалась не по твоей воле, в этом нехорошее место, которое называется Дворец Ахашверош. И больше, чем любой другой вещь, тебе не хочется сейчас идти к Ахашверош. Это значит знак отверху, что это твоя задание. И весь цель твоя пробивания в этот мир,
цель твоей жизни – это этой минуты. Иногда бывает, что мы живем целую жизнь, 120 лет, ради одну минуту, ради одно дело, которое мы должны правильно исполнять. Это сказал Мордехай Эстер. И это учит нас, это общая глава, глава Берешит, которая, как человек ставит себя в этот шаббат, у него пойдет весь год. Это история основная. Эта история напоминает нас о том, что как мы будем себя ставить в этот шаббат, так будет весь год. Что значит? Внимательно говорят нам мудрецы, читайте эту историю. В чем была ошибка Адам? Как Адам сдался свои эмоции? Как Адам сдался змея? Как Адам сдался и не выполнял приказ Всевышнего даже на эти 3 часа и менял вся история и менял все наши жизни? Как это случилось? Адам неправильно просчитал о том, что вещь, которая обходится из большой сложности, это самый дорогой вещь для нас. И поэтому он сдался. Он подумал наоборот. Если это так трудно, ладно, сдам, я могу сдаться. Другие вещи, конечно, буду выполнять. Это трудно? Нет. Это была его глобальная, историческая, страшная, трагическая ошибка. И мы с вами страдаем до сегодняшнего дня в результате этого. И поэтому мы будем учиться от его ошибки. И когда в нашей жизни мы встречаемся в моменты, которые мы чувствуем, что нам очень трудно что-то делать. Нам очень трудно исполнять шаббат. Нам очень трудно сейчас соблюдать кашрут. Нам очень трудно исполнять основные заповеди Тора, не ассимилироваться. Или очень трудно отдавать наши дети учиться в еврейских школах и детских садов. Трудно? Что это знак? О том, что именно мы должны это исполнять. Трудно? Что это знак, как велосипед, мы на подъеме. Поэтому, друзья, хотите подниматься выше. Хотите подниматься на подъем выше и выше. Не бойтесь никаких трудностей. Трудности есть, трудности были и трудности будут. Но любой трудный момент, это не трудный момент, это не тяжелый момент, это испытательный момент, это вызов, это особая задача, которая дает нам, и теперь мы уже знаем секрет. Мы уже секрет, который не знал Адам, и Хава не знала, мы с вами уже знаем. Что когда мы встречаем какой-то мицве, что нам очень трудно исполнять, это значит, что именно эту мицву мы должны исполнять. Когда мы встречаем какой-то запрет Тора, который нам трудно очень не нарушать, это вызов, это значит знак, что именно здесь мы должны победить. Поэтому, друзья, желаю вас много победы. Мы желаем вас победить постоянно наши эмоции, что мы всегда победили наше плохое начало. И когда мы чувствуем особые моменты, мы поймем, что именно здесь мы должны победить. Не хочется идти в шаббат в синагоге. Нам говорят, ой, сейчас такой погода, уже холодно, или дождь идет, или ветер сильный. Не хочется. Чувствуется, что очень трудно. Напомните себе, именно сегодня мы должны идти. И так в любой вопросе в жизни, большой или маленький. Когда трудно, тогда значит надо. И тогда именно Всевышний дает нам максимальный подход, чтобы этого делать. Знаете, Тора начинается, если это мы завершаем, Тора начинается с буква Бет. Почему не с буква Алеф? Это дает нам знак такой, Любавичский Рэбе, когда-то об этом говорил. Буква Алеф символизирует имя Всевышнего. Мы начинаем Тора с буквы Бет, чтобы сказать себя, Бог уже с нами. Его поддержка мы уже имеем. В наличном имеем его поддержка. Теперь мы начинаем с буквы Бет, с дела. Надо начинать делать, учить Тора, исполнять ее заповеди. И даже если трудно, мы знаем, когда трудно, это намек о том, что именно это надо исполнять. Но я вам желаю сладкой жизни, легкой жизни, сладкое исполнение закона Тора. Но если какая-то вещь пойдет не очень сладкой, сделайте из этого лимон,
лимонад. Поймите, что это сложности, это всего лишь испытания, это намек о том, что вы будете потом подниматься выше и выше. И этот лимон будет для вас сладкий лимонад. Тогда, друзья, успешный вам шаббат, успешный нам всем год. И как мы будем делать в этот шаббат Берешит, так у нас будет весь год. И Всевышний направит нам только много-много браха, благословения и успеха, крепкого здоровья и только радостные события вокруг нас. Шаббат шалом и гуд шаббес.